У спецыяльным профессийно-техничным училище закрытого типа учатся девчата во возрасте от 11 до 18 годов. У каждой из них своя история и непростый лёс. По решению суда во установу трапляют термином до 2 годов, в зависимости от учиненного правопорушения. Не глядя на помилки у минулым, я не верю, что все можно выправить. Да помогши навученкам училища знайти свой шлях у житті, вырешили и представники Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Авторитет олимпийцев, авторитет спортсменов, которые достигают чего-то серьезного по жизни, он настолько высок, что может подтолкнуть других, если не к завоеванию олимпийских высот, мы к этому не призываем, а к победе над собой в первую очередь. Победе над теми обстоятельствами, в которые жизнь нас ставит. Визит ведомых белорусских спортсменов – соправды святочная подея. Сустреча у актовой зале отрымалась сябровской и душевной. Навученки смогли убачить звычайных людей, которые не хапали зорок с неба, але дякуючи невероятной силе духа и працездольности досягнули значных вышинь. У их житті так само были узлеты и падения, однако, здолевши перемахчи у першую чергу самих себе, яны узышли на спортивный олимп. Мне хочется передать свой опыт, свой взгляд на жизнь детям, подрастающему поколению, как бы, ну, показать, чего можно вообще добиться в жизни, если стараться, трудиться. И если из этой толпы хотя бы один человек меня услышит и поступит правильно, и сделает что-то приятное, полезное, хорошее в жизни, это уже будет результат. Я думаю, наш приезд, ну, хоть немножечко как-то раскрасил их жизнь, я думаю, довольно обыденную здесь. И я очень надеюсь, что мы их хоть немножко как-то вдохновили, чтобы они стремились к лучшему и добились больших успехов, больших результатов в жизни. Это можно добиваться не только в спорте, а в любой сфере деятельности, поэтому я уверена, у них все впереди. Знаковый момент – вручения от Национального олимпийского комитета спортивного обсталявания. После встречи протягнула автограф-сессия. У свою чергу девчаты сделали подарунок у отказ – уластные картины и невеликий концерт. Это был первый, але не опошний визит ведомых белорусских спортсменов. И они обещали в будущем обовязково вернуться в училище, але уже у больш поширенном составе. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район.